Мешает реклама, жми на крестик. Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. И в этом видео мы продолжим войну гильдии. Сейчас добьем этого петушка. Так, что нам он даст? Что? Давай, четвертый слот руны Виолент. 6 звезд, крит урон. Мать его. Немножко нету. Так, сыграем с Якубовичем в лотерейку. О, еще 4 желания, оно же вроде бы до 3 числа. Сегодня 4. Ладно, возможно, это последний день. Или я неправильно прочитал. Ну же. Ну, конечно же, 10 тысяч маны. Чудненько. Спасибо. Спасибо. Так, джекпот какой-то не особо сегодня. 50 кристаллов. Вообще печалька. Скоро вообще 10 сделают. Здесь будет один. Ну, конечно же, опять 10 тысяч маны. Так удивительно, реально, народ. Это просто сказка. Да уж, удивляюсь каждым разом. Ну, и еще раз, да, 10 тысяч маны? Нет. Да. Это пиз... Это был писец. Печалька, да-да-да. Ну же. Да, рыжик, закрывай за собой дверь, твою мать. И еще раз 10 тысяч маны. Вот серьезно, такого не было за все время вот этой акции. 4 раза 40 тысяч маны. Трындец. Так, что у нас в сундучке интересного? Рунка. Говно. Дальше. О, гарпия, которая мне когда-то нужна была для прокачки. И что у нас там? Так, сейчас. О, кристаллики. Еженедельная награда за арену. Спасибо. Мировой босс, спасибо. Подарок от Комтуас. Видите, они меня спонсируют немножко. Так. Итак, переходим к войне. Ого. Что это так его избили? Ох, сейчас Настя будет ругаться. Ах, будет ругаться. Так. Сколько человек походило? 4. Ну, не 5. 4 добили до 0. Кто у нас тут? О, классный имечко у них. Да-да, лоу-лоу. Да-да-да, типа, наверное, что-то такое, не удивлюсь, если русской гильдии. Так, кто его мочил? Контроллер. Или контроллер. Так, будем мы, я думаю, его бить. Думаю, будем бить этого. Ну, в общем, до этого. И кого-то выберем. О, к примеру, вот этого котика. Ого. Арх тьмы. Фермион. Даже так его зовут. Посмотрим. Реально. Да, с этим мы точно будем драться. Стопудовочки. Бля, буду базарю. Может, с него и начнем? Или для разогрева, чтобы не потерять монстров? Да нет, тут особо не разогреешься. Тут все такие нескромные ребята собрались. Совсем нескромные. Да, начнем с арха тьмы. Ой, сколько там. Как его там? Лео. Забыл, как его. Вечно троллил кое-кого по поводу этого арха тьмы. Это жесть. Как тебе мои арха тьмы? Я думаю, многие понимают, о чем я говорю. Особенно сервера Global. Канал 444. Привет. Так, первого мы будем бить через... Нет, ой, нам не нужно. Возьмем мой стандарт. Да. Медвежий стандартик. Медведь и его два наездника. Или наоборот. Кто кого катает, там не ясно. Так, а здесь, в принципе, хотя нет, здесь Фермион будет, возможно, жестко бить. Возможно, жестко бить. Есть раскол. Так, что у него второй скилл? Ага, дот. Ну, понятно, третий скилл, пассивка. Чем больше, тем меньше, все ясно. Даже не знаю, подхил у меня, в принципе, куча. Почему бы нет, давайте сыграем через эту троицу. Светлую троицу, да. Поехали. Интересен мне второй бой. Арх тьмы. Такое не часто встретишь. Не у многих он есть, но честно, я бы его не хотел бы. Вот лично мое мнение, он, ну, один из самых худших архов. Никак он мне не нравится. Абсолютно. Полностью против него.
Так, если мы ударим, можем его конкретно слить. Он использует свой третий скилл. Нет, ударим. Арха. Ох, ох, ох. И это плохо. Очень плохой вариант. Виолент, Виолент, Виолент. Нет. Не будет у нас Виолента. Ну, надеюсь, обгоним, и он походит второй раз. Для того, чтобы они начали бить раму. Бей раму, бей раму, бей раму, бей раму, пожалуйста. Ну, Арх точно будет бить раму. А вот тварь. Сейчас еще и белку воскресит. Так. Не успеет он его насливать. Так. Есть ли смысл убить? Подхилиться. Потом он еще раз подхилится. Ну, вариантов немного. Хотя, если сработает сейчас Виолент. Давай, Виолент. Нет, не сработает Виолент. Вот это уже печальное. Печальный вариант. Но Арха по-любому надо сливать. Давай, на 1010 жахни. 10 тысяч, получи, распишись. Так, и добиваем теперь Арха тогда. Да, улетел наш Арх. Так, теперь белка. Надеюсь, белка будет бить раму, потому что потерять двоих, а еще их уже троих, не лучший вариант. Так. Так, 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 так. Вот сейчас он... Нет, по-моему, третий скилл у него еще в откате. По-моему. Ого, расходился мы. Разошелся, точнее. До свидания, белочка. Ну, здесь уже понятное дело. Блин, ну то, что ты Сариона потерял в первом же бою, это печально. 17. Ого, ого, это было больно. Это было больно. Видимо, эти 10 тысяч, что ли, не крит был, или что. Или я что-то проморгал. До свидания. Так. И, ну, сейчас мы посмотрим. Я думаю, первый будем сносить макаку. Макакича. Хотя макаку мы ударили. Ох, арх, по-моему, еще толще. Ну же, агр, отлично. Да, сейчас, по идее, будем сносить арха. По идее, он, тварь, похотел. Попытка номер два. Ну же. Вообще не заметил урон, что там да как. Ну, еще раз агр, агрим, агрим, отличненько. Так, попытка номер два сейчас будет у нас. Ну же, отлично, подхил не сработает. Добьет или не добьет? Добиваем. Нет, чуть-чуть не хватило, но все-таки арх у нас танкующий персонаж, поэтому неудивительно. Второй будем сносить макаку. Как видите, не особо и плохая пати у меня собралась. Куча подхила. Скорость, если нужно, можно увеличить. Макакич сейчас походит. Ну, давайте увеличим скорость. И я думаю, сейчас мы добьем макаку. У него уже 6 так. 6 таков, правда, висит, может. Неплохо. Ничего он уже не сделает. Так. Сейчас будем Хлоя немножко подсольем. Ой, Хлоя тонкая, тонкая Хлоя. Очень тонкая Хлоя. Видите, даже Ахман очень больно ударил. До свидания, Хлоя. Там, по-моему, около 20 тысяч хп у Хлои было. Печальная Хлоя, на самом деле. Ну, хотя и гильдия, видите, вроде как и первый персонаж был сливной, но гильдия не слабая. То есть тоже на сливе, как и мы. Вот, вы видите, даже по рейтингу арены, две там, одна, две голды и так далее. То есть начало арены неплохо. Так, начало недели, точнее. Ну, против этого тоже нужно воевать. И так как рама у меня остался, кого бы сюда взять еще... Хотя, вот во второй бой мне тоже бы рама не помешал танковать Тревора. Что будет лучше, если мы использовать будем, в принципе, как вариант. Да, здесь просто больше шансов. Здесь можно и снять щит будет. И даже если откат повесит, то, в принципе, это не настолько страшно. Хотя, в принципе, страшно. Лукавить не станем. И я думаю, вместо Ахмана мы возьмем... ведро вот сюда, для того, чтобы просто ускорить, да, весь этот процесс. Этот 100% будет бить раму, Тревор 100% будет бить раму, я думаю, нам этого будет достаточно, поэтому можно взять будет Веромоса. Можно взять будет Веромоса, кстати, кого? Почему бы и не взять, к примеру, да? Но Веромоса лидерка будет нам нужнее. Брать Часун, Часун может оказаться проблемой, хотя у нас еще и Хлоя оказалась
осталось, точнее, не удел Хлою. Взять ли Хлою в защиту против Аннабель, потому что ее третий скилл с массовым расколом не лучший будет вариант для меня, если она повесит его. Взять Ферада, что ли? Хотя на Вераде будет клан свисеть, скорее всего, от часунки. Нет, сыграем супер сейвово. Я думаю, так. Да, сыграем, я думаю, так. А, здесь еще и Эквилла 35 уровня, я думаю. Думаю, справимся. Поехали. Тырым-бырым-бым. Так, святой чайчик. Ну да, давайте все походите. Все. Так. Аж волос подсел. Первого, я думаю, нет, все-таки перейдем на Зайроса. Зайрос, до свидания. И говорим мы до свидания. Так, следующий у нас кто будет? Наша лихорадка, вот эта вот прыгающая на шарике. А мне так вот из этих не покемонов, а какие там дикимоны, кого-то напоминает из них. Да, в детстве смотрел эти писклявые мультики. Дикимон, да, вроде бы дикимон называется. Жесть. Запоминается же название, до свидания. Так. Ну, видите, первая пати не составила труда, хотя, в принципе, оказалось такое более-менее быстрое. Ну, и Хлоя тоже ушла. Хлоя тоненькая тоже оказалась по защите. По 8000 получать тычки в раскол, это больно. Так, нужен ли нам здесь маньяк? Нет, не нужен. Давайте тычечку дадим сюда. Станчик. Отлично. Аннабельку будем сливать. Тревор, ну что ж ты так подводишь? Печальный ты наш случай. Давайте немножко Тревора сольем. Поможем ему. Поможем Тревору слить быстрее нашего раму. Боже, прям как Дашенька. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, зачем использовать вообще тогда его в защите, если он у тебя такой? А он такой хороший. Хотя не особо. Давайте еще немножко сольем Тревора по... А Рама мой просто, я не знаю, он чухает ему реберца вот здесь, а он сидит так. Давай, красавчик, еще почеши мне. Ну, ребро, не яйцо же, не подумайте. Я же не настолько пошлый. Короче, да, ошейник он чухает моему BDSM Раме. Кстати, надо его переименовать. Кстати, было бы прикольно, наверное, если бы сделали вот изменения, сделали вот внешнего вида монстра, если бы еще можно было ему там имя поменять, что-то. О, вот это более-менее. Вот тут уже можно назвать его красавчиком. Ну, за это он сейчас уйдет в мир иной, или лучше снять. Нет. До свидания. 36500. Прикольно. Так. Ну, конечно же, часунка тоже отъедет сейчас. Я бы своего Раму назвал бы BDSM Рама Год. Наверное, так. Ужас. Плющит после работы немножко. Так. Кстати, народ, анонс скажу в этом видео, так как я не буду снимать специальный анонс, это как-то глупо и так далее. То есть рандомный гайд теперь будет выходить каждую среду и каждую субботу в 20:00 по Москве, в 19:00 по Украине. Считаю, сделал это более... Почему так сделал? Для того, чтобы меньше было, наверное, вопросов, когда и что, и так далее, и тому подобное. Плюс картинка в начале видео, в первом же, вот, точнее, в восьмом выпуске, который выйдет вот в среду, 8 часов вечера. Говорить, на кого там гайд и так далее, не буду, хотя человек 5 уже это знают, те, кто состоят в группе. Но остальные интригу уже надо хоть немножко держать. Хотя по картинке, когда уже выйдет, вы и так поймете, на кого там будет рандомный гайд. Так, повоюем теперь тута. Тута здесь Атама. Хлою бы сюда, конечно, бы, наверное, защититься от всяких там станов. Или нам не нужна Хлоя? Нужна Хлоя, не нужна Хлоя. Так нужна или не нужна, мать ее, Хлоя? Нет, не нужна Хлоя, пускай будет здесь. Я думаю, здесь ведро нам опередит даже Веромоса, ну я так думаю. А на деле сейчас глянем. Да, кстати, вступайте в группу, которая у меня в описании. В описании. Оп, оп,
стан не сработал. Извиняюсь, немножко запнулся. В описании любого из моих видео есть ссылка на группу, в которую вы можете вступить, задать там любой вопрос на стене. Вам отвечу либо я, либо один из многих моих замов. Почему создана группа? Повторюсь, 25-й раз, для того, чтобы мне облегчить жизнь и отчасти даже вам. То есть вы быстрее получите ответ, так как я могу быть на работе, могу быть занят и так далее и тому подобное, бла-бла-бла. Вот, поэтому люди, которые состоят, так скажем, в моей вот этой вот пати, они квалифицированы, назовем их так, если это можно так сказать, они дадут вам ответ, и как минимум вы получите хороший ответ, а не какую-то фигню там непонятную. Вам помогут, назовем так. Поэтому и гильдия, группа называется SV Helper. И еще раз, да, повторюсь, в описании видео есть ссылка. Так, так, так. Убиваем, добиваем. Эширчик оказался такой себе. Хотя Эшир в дефе, ну не знаю. Ну не знаю. То есть ему все-таки нужны условия. Там чуть бы не через два раскола. Точнее, два персонажа, которые еще смогут кинуть раскол, чтобы эта махина походила и кого-то там еще и шотнула в ответ. Ну, раз на раз не приходится. Поэтому пока как-то так. Так, я так вижу ведро с моим веромосом. Тут не угадаешь, кто первый походит. Но лучше подстраховаться. Да, вы видите. И Аннабелька дает, не дает третий скилл, тварь. Хорошая девочка, ее и будем сливать. Доигралась, короче. Я не виноват, реально сама виновата. Так, третий скилл, вот это плохо. Ну, повесила все-таки свой раскол. Еще и подхилила, красавица. Отлично, просто сейчас еще и веромоса потеряем. И еще давай раз 10 походи. Блин, а раскол-то не снял. Сейчас еще и отъедет. Да, 100% отъедет. Крит по нему придется на десятку. Я угадал. Второй раз угадаю. Да, отъехал наш веромос. Ну, надеюсь, сейчас хотя бы будут бить раму. Аннабелька-то по-любому будет бить. Того, кого бы я хотел. Ну, сливайте раму, блин. Так, раме. Нет, еще нужно, чтобы... Ай-яй-яй, вот это плохо. Раскол. Не вешай, не вешай. Тварь повесила раскол таки. Сейчас еще и Хлою потеряю. Блин, нет смысла бить. Хотя сейчас Хлою будут бить, поэтому рама мой, в принципе, пока под защитой, назовем так. Ну, только не стан, не агар, ничего такого подобного. Нет-нет-нет. Ну, тварь ты такая, ну... Ух, пережил, пережил. Ну, по-любому нужно сливать Аннабель, так как она будет подхиливать. Хотя, с другой стороны, ведро помешает, наверное, нам больше. Он дает экстра ход. Да, сливаем ведро. Я надеюсь, я не ошибся. Хотя я, видите, больше ставил вначале на Аннабельку. Ну, Аннабелька, так как она противоположная стихия, она не должна особо помешать нам. И плюс я ее тоже буду пробивать еще и неплохо, по идее. Если вот эта махина не походит еще 20 раз. Класс. Раскол, и я проиграл. Пипец. Да. Не часто, народ. Вы видите, наверное, как моя рама сливается, но вот один из случаев. Ну ладно, не повезло. Не повезло, хотя... Так, кто еще не ходил? А, по-любому выиграли, понятное дело. Гильдию разнесли в хлам. 11 человек несчастных. Так, что мы тут? Ничего мы не купим. О, пельменчик купим. Пельмешки погрызем с пивком. Так, ну и покажу по-быстренькому руны, которые использовались. Так, 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 кто меня там изнасиловал на арене? Правильно, сливайте, сливайте, молодцы, красавцы. Уважуха, надо-то, чтобы меня слили до одного серебра. Там чуть бы не до трех бревен. Так, кто у нас сегодня был в эфире? Первый рядок у нас не использовал. Кстати, да, я через Вальку не атаковал. Не часто вы видите ГВ, где я не атакую через Вальку. Так, это мы не используем. Ну, Хлоя по стандарту. Вон вы видите. Вот скорость, резист, все дела. Кстати, да, у меня тут мало стойкости. Я еще и жалуюсь. Этого мы не трогали. Тессари он быстро сдох, но 40% крита. Шанс крита маленький, знаю. Поднять бы хотя бы до 70.
Вот эту руну тоже скоро буду менять, жду субботу, 9 число. Народ, да, многие говорят, почему ты делаешь стрим не 9 числа, а 10. 9 я попросту работаю. При всем желании я приду только в 11 часов по Москве, а делать в это время стрим, ну... В общем, я не буду делать в это время стрим, так как 2,5 зрителя, вы понимаете, это не дело, и нет смысла, так как анонс я уже в любом случае буду вылаживать на 10 число. Так, ведро, ну, вот такой вот, 167 скорости, 20 тысяч хп, Violent, Energy, пока что Energy, но в процессе контратака, то есть ответ. Так, коровка мы не использовали, дальше бла-бла-бла. Вальку мы тоже не юзали, не поверите. И часунку я не использовал, очень странно, да, как-то сыграл совершенно для меня по-новому. Вот мой рама, 37 тысяч хп. Немезис, вампирик, вот такие дела. Так, мой ахман, 30 тысяч хп, 100% крита, скорость. Ну, хп, крит шанс, хп. Тут, в принципе, стандарт. Тоже хочу энерджи переодеть в контратаку. Знаю, что не работает. В очередной раз повторюсь. Знаю, что не работает отхил от контратаки. Но контратака мне нужна для большего контроля. То есть я использую Ахмана в башне. А там с контратаки кого-то загреть, я считаю, это классно. Но там. Вот, поэтому вот такие дела. Так, белка, которую тоже скоро переодену. Она у меня пока печально выглядит. Но в процессе, я думаю, когда я ее переодену, здесь будет число около там не 9000, а уже 1014-15. Скорости, возможно, около, то есть сейчас 150, около 170, а это уже неплохо. Это уже такой более стандартный, хороший вариант. Ну, мой Ашер, 37 тысяч хп, крит урон, крит шанс, пока слабенький. Вот такие вот, так, руны, крит урон. Так, вот такие вот у меня руны. Веромоса, да, я использовал, 25 тысяч хп, 162 скорости, вот такой вот он у меня. Ну и вот руна пока не топовая, вы видите, поэтому хп у него, в идеале сделать ему 30 тысяч хп, будет уже лучше, и скорости по 200. Ну, все остальные, в принципе, пока что так, не использовались сегодня. Ну, в принципе, это и все на сегодняшний день, что хотел показать. Ребята, подписывайтесь, оценивайте это видео, комментируйте, добавляйтесь в группу, добавляйтесь ко мне в друзья. Кстати, добавляю всех без разбору и так далее. То есть, чем больше народу, тем веселее. Поэтому всем удачи, всем побед на ГВ легких. Качайте раму, рама рулит. Всем пока.